В этом видео мы рассмотрим три мягкие пещерки для собак и кошек фирм Калар и Трикси. Бортик первой пещерки украшен миленьким ободком из меха. Сам домик сделан из плюша, он очень мягенький на ощупь. Изнутри пещера имеет отделку из мягкого и теплого флиса, поэтому животному в нем будет комфортно и уютно. Подушка съемная и двухсторонняя. Вторая пещера от фирмы Калар по размерам и форме напоминает первую пещерку от фирмы Трикси, но сделана она уже из других материалов. Конструкция пещеры сделана из поролона. Подушку, так же как и в первом, по надобности можно вынимать. В этой пещерке обычное тканевое дно, которое не имеет прорезиненных элементов. Третье мягкое место аналогично второму, просто больше по размерам. Эта пещерка, точно так же как и вторая, выполнена из бязи, наполнена поролоном и имеет съемную подушку.